Иерусалим с ним, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должен родиться Христос. Они же сказали ему, в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевод Иудины, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиль. Тогда Ирод тайно призвал волхвов, выведал от них время появления звезды, и, послав их в Вифлеем, сказал, пойдите тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться. Они, выслушав царя, пошли, и вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великую, и вошедши в дом увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему. И, открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смир. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Они – это Святое Евангелие. И прежде чем зазвучит импровизация, в которой органист постарается